Август близится к своему завершению, а это значит, что совсем скоро начнется новый учебный год. Абитуриенты подали свои документы и получили списки о зачислении. И теперь им, уже студентам, нужно решить вопрос с жильем. Для иногородних ребят предполагаются места в деревне Универсиады и студенческом городке, который объединяет 31 общежитие. В этом году по каждому из адресов был проведен ремонт, чтобы студенты чувствовали себя комфортно. Теперь, когда все готово, студенты начинают проходить этап заселения. Студенты иногородние первого курса заселяются в разные общежития при наличии койко мест. Так как за каждым структурным подразделением закреплен жилищный фонд, и каждая жилищно-бытовая комиссия вот институтов распределяет, и это будут общежития деревни Универсиады и студенческого городка. Теряюсь общежитие деревни Универсиады, дом номер 2. Мне повезло попасть в данное общежитие, и я очень рад этому. Сегодня с самого утра я на ногах, и я приехал из своего родного города Волжска. Из далекой Сибири, Новокузнецк, приехала, потому что в Ютубе нашла видео красивой деревни Универсиады. И вот, я первый раз приехала, и вот вчера весь день гуляла. Красивый город, мне очень понравилось. Надеюсь, что я в университете найду много друзей, знакомых, и вообще проведу хорошее время. Как отмечают сотрудники Казанского федерального университета, иногородние студенты должны были подать заявление на заселение в общежитие в социально-образовательной сети «Буду студентом» либо через портал госуслуги до 20 августа. Далее за работу принимаются жилищно-бытовые комиссии. После того, как человек нашел себя в списке на заселение, ему необходимо в назначенный день подойти в культурно-спортивный комплекс «Уникс». Здесь для студентов проведут инструктаж и назначат комнату для проживания. С собой необходимо иметь определенный пакет документов. Для иногородних студентов первого курса из Российской Федерации необходимо при себе иметь паспорт, ИНН, страховое свидетельство, медицинский полис. Также нужно заключение о прохождении флюорографии, кровь на РВ и заключение дерматовенеролога. При заселении в общежитие у нас здесь выдается заключение уже терапевта. Его дополнительно получать не нужно. Также иногородние студенты в Униксе получают два квиточка. Первый квиточек с номером общежития и комнаты, второй о прохождении инструктажа. Я из города Поронайск на Сахалине, это почти в самом центре. Я узнал о КФУ от своих подруг, которые уже учатся здесь на факультете журналистики. Я хотел учиться здесь с сентября, я был на это настроен. Правда, я думал, что я буду учиться где-то там, что больше связано с географией, геология, вот что-то такое. Но потом понял, что педагогическое направление для меня оптимально. Я приехала из Казахстана, из города Шымкент. Учусь на журналиста, собираюсь учиться на журналиста, буду проживать в деревне Универсиады. Почему выбрала КФУ? Мне просто кажется, что именно в сфере журналистики здесь мне помогут, и я смогу развиться, смогу стать хорошим специалистом. И, в общем, я много слышала об этом университете, то, что все понятно, что все красивые комнаты, что все, все хорошо обустроено, без каких-то там старых домов, все прям так красиво, и для студентов все сделано. Отметим, что заселение стартовало 24 августа. Все иногородние студенты первого курса, нуждающиеся в жилье, были распределены в деревню Универсиады. Первыми заселили студентов из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института филологии и межкультурной коммуникации и Института управления экономики и финансов. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.